Сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в рамках Российского инвестиционного форума принял участие во встрече председателя правительства России Дмитрия Медведева с главами российских регионов. Такие встречи на сочинском форуме уже стали традиционными. И, как отметил Дмитрий Медведев, это уникальная возможность переговорить обо всех проблемах, которые волнуют регионы. А для представителей федерального центра получить из первых рук самую актуальную информацию для принятия решений. Темой нынешней встречи стали национальные проекты, направленные на развитие социальной сферы. Премьер-министр еще раз обозначил основные принципы и направления совместной работы регионов и федерального центра. Первое, на что ориентированы социальные нацпроекты – применить законодательство к каждому конкретному человеку, задействовать весь спектр возможностей государства и региона. Вторая важная тема – здравоохранение. На протяжении последних лет острые проблемы решались точечно, но теперь нас ждет гораздо более масштабный этап. Третье направление работы – образование. Одна из главных задач соответствующего национального проекта – обеспечить доступность и высокое качество обучения. Участники встречи в формате диалога обменялись мнениями с руководителями федеральных органов власти по проблемным вопросам. Услышали их компетентные мнения по разным сферам в экономике и социальной сфере. Если говорить о социальной политике, у нас свыше 19 миллионов человек, чей доход ниже прожиточного минимума. Сегодня такими людьми занимаются органы социальной защиты. Решения о выплатах и пособиях принимаются на основе сухих цифр и, в общем, достаточно стандартного набора данных. Это обезличенная картина, а нам нужно составить именно такой более подробный социальный портрет бедности в нашей стране. Самое главное – предложить адресную помощь, то есть помочь получить образование, например, которое лучше обеспечит преимущество на рынке труда, дать возможность заняться вопросами здоровья, разобраться с проблемами, разработать для таких людей механизмы поддержки создания малого бизнеса, для тех, конечно, кто хочет этого. Тем более, что проблемы бедности лежат далеко не только в социальной, но и в экономической плоскости. Другими словами, задача государства – предоставить весь спектр возможностей. Но воспользуется этими возможностями человек или нет, это, конечно, он сам будет решать.